вы ощущаете нарушение со стороны администрации всех прав и законности в отношении этой семьи, в отношении этого папы. Рассматривается ли агрессия папы в воспитании своего ребенка? Вы знаете, я вот сегодня был у него дома, вот я специально даже для суда заснял обстановку в квартире, потому что на днях, буквально вчера или позавчера, приходили представители опеки, которые составляли акт жилищных условий. Я не знаю, что они там написали, но я предполагаю, что что-нибудь наподобие того... Найдут. Найдут, да. Правильно. Я просто заснял видео для того, чтобы показать в суде. Квартира уютная. Чувствуется, что там живет девочка. Рисунки Рапунцель. Вот, девочка любит рисовать, комната, ну, действительно, как бы, у нее своя комната есть, все как положено. А вы знаете, что в местной прессе разворачивается кампания, что отец наркоман и пьяница? Дело в том, что я вам точно могу сказать, что если бы в отношении папы было бы какие-нибудь, то, что он ведет какой-то маргинальный образ жизни, алкоголик, наркоман, либо еще, в общем, допускать. А у него был свой бизнес, он занимался вот до последнего времени буквально выращиванием декоративных птиц. Павлинов продавал декоративных курочек, фазанов. Ему приезжали из Орловской области, из Тульской области, из Липецкой области приезжали в том числе. Это почетный труд. Вот. И получилось так, что если бы он был бы наркоманом или алкоголиком, в материалах вот этого иска это было бы в первую очередь, это было бы на первых страницах. Этого там нет. То есть когда мера пресечения будет новая рассмотрена? Ну, вообще-то, как бы, мера пресечения в отношении его была избрана сроком на 2 месяца. Это у нас... Май месяц. И вот сейчас уже дело это передано в суд. Вернее, не в суд, это ему сегодня с утра вручили обвинительное заключение. Дело будет передано в суд и рассмотрено по существу. Но пока дело не рассмотрят, мера пресечения будет та же. А вы уверены в решении нашего народного суда? Народного суда? Это и кто судит? Народный суд закончился 30 лет назад уже. Да. Это в смысле федерального суда? Да. Вы уверены, что это будет все законно, согласно статьей человеческого подхода? Он надеется. Если я вам скажу, что я верю в наш суд, вы мне поверите? Конечно, сам справедливый. Я надеюсь.